Так, подожди, как только все соберутся. Заверни посуду. У меня объявление ко всем. Подойди поближе. И при том не просто объявление, а помощь нужна до самого маленького. Андрюша, поскорее. И бабу Серафиму там, чтобы подошла она. Я без нее не хочу начинать. Она главный помощник может быть. Вот догадайтесь, еще я хочу сделать объявление. Что вот он нужен. Он нужен. И баба Серафима нужна. Молитвенники. Я об этом молюсь, но чувствую, что нужна ваша помощь молитвенная. И притом этот ответ нужно получить за ночь. К утру ответ должен быть получен. Прямо от Бога. Мы решений никаких не принимаем, потому что батюшки нет. Но оно напросится, ей переводи это. Баба, конечно, трудно идет. Но я буду говорить, баба, идешь дорогой, слушай, что я говорю. У нас в деревне устав. И он принят и утвержден, и его нельзя нарушать. Но! При желании мы можем в этом уставе найти, говорится, седалище для начальствующих. Вот у нас кто уезжает, нельзя вывозить. Я буду готовить дрова отсюда вывозить, сено нельзя. Но в Ветхом Завете еще написано так. Если ты видишь осла, врага твоего, а он осел упал, разгрузи его. Упал осел в яму, вытащи его у врага. Вот у нас уехал, ну, родной мой брат Павел Тихонович. Я его братом называю по плоти. По вере он никакой. Он 20 лет здесь только морочил голову и позорище одно нес. Он выехал. Он больной и он одинокий. И у него есть лошадь. Я не знаю, овечки есть, нет у него? Нет. Сколько? Не знаю. Вот. Ему здесь отказано. И это по закону, нормально. Но он там ничего не получил. Дальше впереди голодная зима. Я каждый год на своей скворечник отдавал ему. Там я распоряжаюсь сам. У меня право такое, ну так вот, принято уже, вошло это дело. И я подумал, помолился об этом деле-то. Ну, нужно, чтобы все помолились, и к утру у нас будет собрание, потом никаких решений мы не выносим без батюшки. А чтобы сделать так, враг голоден, накорми его, тем более у врага лошадь, овечки, вот. У меня здесь, конечно, мое решение какое может быть, оно ничего не значит. У меня ничего нету. Нет у меня тележки, нет. Главное это, Лена, поговори с Игорем. Я вчера с утра еще говорил, так, отрывками. С батюшкой говорил, но не в деталях. Сегодня я так вот обмозговал и подумал, сделать это тайно, пусть даже никто не знает, собрать, скопнить. Хотя мы уже договорились ему не помогать, другом помогать, разламывать, уезжать, помогать, а в этом не помогать, потому что здесь все это сделать и сенавозом отвезти, и там ему сметать. Он выступает везде как враг. Вот очень подходит, враг голоден накорми, он враг. Он там, это мафия, потеряемская, там, он, ну везде, и сам же там валяется пьяный перед сельсоветом. Нас это не касается, скотина не виновата. И вот если вы помолитесь, завтра скажете свое слово. Я свое слово сказал, раз я на эту тему говорю, ясно, что у меня мысль на эту сторону работает. Вот. На огороде у меня участок, я ему каждый год отдавал, там травища, ему наполовину хватит. И где у него есть? Он скосил там, а там все это, ну, травой проросло, я не знаю, годно или нет она. Я не знаю, Андрюша там, Игорь, нужна будет ваша помощь, хотя ты сам запурхался. Андрюшина, кто у нас есть? Попросить где-то кто-то, чтобы скосил, до конца это дело довести и сделать это во имя Христа. Тут я даже ничего не знаю, с вилами приду где-то перевернуть сено. Не потому, что он брат, а потому, что обстановка вот так сложилась. Мне это он брат,
Он такие дела вытворяет, а враг этого не делает. Но он подходит под категорию врага. Он себя объявил врагом. Вот врагу это и сделать. Это будет лучшее доказательство того, что он не прав. А мы христиане. Вопрос. Да. Это будет каждый год или только в этом году? Только в этом году. Но ничего, это не решение, это без батюшки ничего не значит. Мы устав, во-первых, не нарушили. Устав-то не нарушили никак. Во-первых, это решение собрания проводит. Человек уехал, ему там ничего не дали, он за это время может там хлопотать или как-то. Но впереди зима ему маячит голодная. В прошлом году он хоть что-то увез, а нынче вообще у него ничего нету. Андрюша, ты что-то хотел сказать? Да я говорю, свое убрать никто не может. Кто будет это делать? Все понятно. То есть свое убрать надо. Ну это да чуть не убрать, люди косят вот до сих пор, сено сгнили. Это понятно, что. Может быть, после того, как скосите, будет ну, погода. Да, ну, погоды. На заметку потом, просто взять себе. Потом. Он уехал в хорошую землю, где люди хорошие. Все правильно говоришь. Все. Реальная обстановка такова, что у него там нет. Где им, речь идет не о людях, а ему не дали там сено-то. И не дадут. Да он знал, куда сено ехал. Но, Валя, это все правильно. Да лошадь не знала. Он поносил батюшку. Знаю, как меня все, он поносил. Все, и на этом закончил. Валя, он нет, Валя, в суд я как раз с этой стороны говорю, он враг. Нет, я но о враге Господь полагаю. Сказал, враг голоден накормить. Тем более зарасседлая лошадь. У него прекрасная пала. Пенсия. Может быть, как все. Я просто предполагаю, говорю, как. У меня участок земли там. Кто-то скосил, мы бы сметали. У меня, может быть, ветер вернется. Есть-то три мужика осталось. У нас, вот смотрите, можно мне сказать? У нас уехал Миша Никитин. Уехал Виталия. Кто семейный. Еще? Семейные. Ни в чем. Ничего, никто им не разрешил. Вот Миша сейчас по околкам тут кашу косит себе и забирает, увозит. Миша и вчера приехал, попытался у него сгрести его покос. А там уже сено проросло, его не сгребет. Я говорю, только для молитвы до утра. Я же ни на чем не настаиваю. А мы просто к тому, что разговор уже был до этого, Игнатий да. Александрович. Как вот. Это? Ну, завтра в 5 часов собрание. И... Во сколько? В 5 вечера. Как батюшка это будет? Приедет, дети, я бабушку, помолитесь все, чтобы ответ был нам от Бога. Чтобы нам не просчитаться. Так такой возможности показать, что мы христиане, просто может не представить себе. Это уж не такое великое дело, там для одной лошади в конечном счете бы сделали. Но, ясное дело, он досадил ужасно. Тем выше подвиг ваш будет. Он даже тут скосил покос. Да, Игорь, ты сгребешь, это, срулонишь мне, это самое, бородашу. И в то же время вы такие высокие, Валя, я на вас все, что вы говорите, все правильно. Но то, что я сказал, вы опровергнуть-то не можете этого. Да мы сколько добра делали. И жизнь спасали ему, жизнь спасали. Речь идет сейчас только один раз в этом году. Да, Игнатий, стоп, подожди. Мы столько бензина с батюшкой сожгли, когда его искали. Три раза. Пусть заплатит за бензин. Сколько еще добра? Сейчас не об этом речь идет. Не надо, не надо. Речь идет о у меня нету ни овечки, ни лошади, я живу. Вот и все, не потакай. Валя, да написано, до закрывай утра. Дверь грешника, запирай замком. Написано? Написано. Все. А Господь сказал уже в новом завете, возлюби врага твоего. Даже да, если враг. Голодный. Вот, слушай, подожди, брат, вот он бы подошел бы, уехал, подошел бы к батюшке, сказал, батюшка, я уехал, разреши мне хоть к этому вот году вот он как сходить. Раз это и подвигнет его, может быть, к этому. Да никак, да. Его не подвигнет. Я скажу, не был так, такой, да. Сейчас, он что, подойти не мог? Послушай, был такой Ричард Вурмбрам, это не где-то в Румынии, но его с женой посадили, родственников расстреляли, но случилось так, что потом их реабилитировали, и она знала, кто ее расстрелял. Она его пригласила, расстрелял ее детей, все, и она его пригласила, этого расстрельщика, и он за столом сидит, какие вы люди добрые, хорошие, она тогда и говорит, нам трудно жить, а вы помните, у вас в лагере было, воду в Дунай бросили там, и женщина выплакала, так это я была, он так и вздрогнул. Он у них за столом сидит. А помните, расстреливают двух молодых красивых парней? Так это мои сыновья, он чуть не умер за столом от страха. Вот это подвиг. А он просидел почти 30 лет. Да это подвиг. Это понимаете, и он, и жена его столько же отсидела. И она теперь пригласила палача, и он за столом сидит. Правильно. Я считал, нельзя все без слез правильно. Было считать. И я бы так сделала. Но этот человек день и ночь поносит. Да, ты права, все права. Но все. Я говорю, помолитесь до утра. До утра. До утра. А утром уже будет сейчас в скоростях-то не отвечайте пока. Да дело в том, что мы-то уже это все переварили. Я понимаю, накипело это все. Ну. Да я и не пойду, у меня рука не движется. Ты хочешь помочь? Иди греби. Дай Бог аминь. Чуть-чуть уже все полезло. Все, дай Бог аминь. Ну чужими руками жар сгребать не надо. Валя.
да. Вот как раз мы этими руками жар отгребать от себя будем. Да, потому нет. что, послушай меня, пока не торопись. Мы как раз этот жар отгребаем от себя, а не подгребаем. Миша там где-то поехал, ты видишь, кто перед тобой? Он уже под себя ходит, он спившийся окончательно человек. Я сейчас был в этой, в Одессе, а там бывшие пришедшие из баптистов православными стали. Но она больная лежит. И вот они образовали общество подбирать бомжей. И вот, говорит, мы из-под них вот так вот выгребали червей. Гнившие. Выходили его. Отпускают, он уже, ну, живой. И они опять туда же возвращаются. Она говорит, ну почему они опять туда лезут, когда им представили работу, где жить, одели их, вылечили, и они опять туда к червям идут-то. Это человек. Вот когда помрет, буду червь, буду собственными руками выгребать. И буду кормить с ложечки. Я говорю только... Скормить и гладить его. Я говорю, до утра только помолитесь. Вот я прошу деток, помолитесь об этом, чтобы детская молитва достигла. Дать правильный ответ. Через день это может быть поздно уже. Но вот сейчас как раз тот самый момент, может быть. Что для кого-то мы делаем, в равной степени вернется к вам по водам. Говорит, не смотри на облака. А кто ждет? Говорит, не помогай грешнику, закрывай дверь, написано. Валя, я тебе говорю, это Сирахов говорил, и оно своевременно. Ну как своевременно? Своевременно. Это на все века. Нет, не на все века. Ну, Господь говорит, а я говорю. Написано, ненавидь врага, а даже а я, то есть это поворот в другую сторону. Как это говорил? Да я его ненавижу, я буду за ним ухаживать, написано, говорит, буду кормить его. Клятву исполняю, ну, а Господь говорит, а я говорю, не клянись вовсе. Ну, это совершенно другой поворот. Пусть он в хорошей жизни. Они говорили, проклятая такая... Миша, дрова есть, траву надо покидать. Да неправильно это. Я говорю, не надо давать на уши устав. Зачем вы лезете сюда? Я говорю, Валя, ты права абсолютно. Устав не надо нарушать. Но я говорю, чтобы не нарушая его, помочь. Не нарушая устав. Я же сделал оговорку. А как это батюшка, он мудрый, он придет и рассудит, как правильно это сделать. Но в данный момент у него негде косить. Он, не, он первый год. И на тот, и на тот год не будет. Там и не будет. И на тот год не будет. Только помолись, я прошу. Говорит, я не обещала. Он что на меня, где говорил, писал, это конца нету. Но это как будто и не было. Что это, говорит? Брань на вороту не висит. Просто Валя права. Ему уже не надо ни эта лошадь, ни эти бараны. Люба, его здоровье не потакает. Люба, это как раз мог быть тот самый шаг, который повернул бы человека. Никогда. Ну откуда тебе знать-то никогда? Никогда. Зачем мы так говорим? Да у Божьей руке сердца написал царей. Он будет лежать на постели. Ну пусть он говорит, ты выше твоя награда. Твой год выше будет после этого. Так, еще один вопрос. Батюшка приедет завтра, в 5 часов собрание будет. В 5. 5. Да. Вот как раз на собрание решить. И один вопрос. Что там по радио говорят? Что-то Путин разошелся или сошелся? Разошелся. Да давно уже говорят. Развелся. Развелся с женой? Можно пример брать. Правда это или нет? Давно. Может, правда? Да давно. Нет, по телевизору показывали. Я слышал, читал по телевизору, думал, это враги подыскивают. Нет, это... Женился? Нет. Нет. У него есть другая, и дети есть, а другой, конечно, ведь не сказали. Я его не купил.